Власть американского Шарлотта, где уже двое суток не прекращаются столкновения с полицией, готовится к новому витку беспорядков. Ночью обстановка в городе накалилась до предела. На улицу вновь вышли тысячи людей. Они перекрывали дороги, громили магазины, закидывали стражи порядка камнями и бутылками. Полиция отвечала резиновыми пулями, слезоточивым газом. В результате пострадали 9 человек. Один был серьезно ранен в голову. Задержаны более 40 демонстрантов. В городе введен режим чрезвычайного положения. Стянута национальная гвардия. Ситуация в Шарлотте обострилась после того, как полицейский во вторник застрелил темнокожего мужчину. Власти утверждают, он был вооружен и угрожал офицерам. Однако отказываются обнародовать видеозапись инцидента.